Приветствую всех на канале Путь Инвестора, с вами Артем. И в этом ролике вы узнаете 5 дешевых американских акций, которые аналитики рекомендуют к покупке в марте 2021 года. Я подберу для вас бумаги с диапазоном от $13 до $25. Поэтому приятного просмотра. Первая компания – это Tegna. Одна бумага стоит $20. Работает как медиакомпания в США, управляет телевизионными станциями, которые транслируют телепрограммы и цифровой контент. Предлагает контент и информацию потребителям на различных платформах, включая онлайн, мобильные и социальные платформы. Владеет сетями The True Crime Network, специализирующие на жанре настоящего преступления, и Quest, в котором представлены развлекательно-фактические программы. Капитализация компании составляет 4,5 ярда, платит дивиденды в размере 1,36%. P/E 9,4, то есть компания оценивается в 9,4 годовых прибыли и в 1,5 годовые выручки. Прибыль на одну акцию следующие 5 лет по прогнозам 10%, gross margin 48%, чистая маржинальность компании 16-40%. Снежинка Simply Wall Street говорит о том, что у компании сейчас справедливая стоимость, прослеживается будущее, хорошо себя чувствовала в прошлой, при этом здоровье у нее наполовину и дивидендная история тоже наполовину. По прогнозному графику выручки и прибыли мы видим, что верхняя выручка будет расти, как в принципе и прибыль. В 2021 году индустрия будет расти на 15,5%, а компания на 9,1%. Zaxo ее рекомендует к покупке с рейтингом 2. С 2017 года выручка растет, и Yahoo рекомендует ее к покупке также с рейтингом 2. Сайт TipRanks выставляет оценку 9. По мнению трех аналитиков, выдает ей рейтинг Strong Buy, то есть железная покупка, и устанавливает диапазон нижняя $19, верхняя цена $23. Если говорить по техническому анализу, то TradingView рекомендует на часовом таймфрейме ее покупать. Хотя, обратите внимание, моментум сейчас очень высоко, и обычно, когда он бывает так высоко, у нас наблюдается коррекция. Вторая компания в нашем списке – Mattel, тикер MATT, цена за одну бумагу – $21. Она занимается детскими развлечениями, разрабатывает и производит игрушки и потребительские товары по всему миру. Предлагает куклы и аксессуары, а также контент, игры и товары для жизни под брендами Barbie, American Girl, Polly Pocket, Spirit. Владеет торговыми марками Hot Wheels, Matchbox, Cars и Mario Kart. А также предлагает товары для младенцев, малышей и дошкольников, включая контент и игрушки. Капитализация 7,2 ярда, P/E 60, очень дорого сейчас. Будущий P/E 21 говорит о том, что прибыль будет расти. Оценивается в 1,5 годовые выручки. Прибыль на одну акцию следующие 5 лет будет расти в среднем на 10%. Gross margin 49%, чистая маржинальность невысокая, около 3%. Снежинка Simply Wall Street не развита. Единственное, мы видим, что будущее у компании хорошее, и в прошлом она довольно неплохо себя показывала. По прогнозному графику выручки и прибыли до 2023 года мы видим, что она будет постепенно расти. Индустрия будет развиваться в 2021 году на 37%, а компания на 33%. Zaxo рекомендует ее сейчас к покупке с рейтингом 2. По потокам выручки и прибыли мы с вами видим, что с 2017 года она была убыточной, и только в 2020 году она стала прибыльной. Yahoo ее рекомендует к покупке с рейтингом 2,1. Сайт TipRanks выдает компании оценку 9. Все 6 аналитиков рекомендуют ее к покупке, при этом мы видим общий рейтинг Strong Buy, то есть железная покупка, и выставляется диапазон до марта 2022 года, вверх $27, низ $22. Технический анализ на дневном таймфрейме рекомендует сейчас ее к покупке. Следующая компания в нашем списке – Navient Corporation, стоит $13,5, тикер Navi. Представляет решение по управлению образовательными кредитами и бизнес-процессами для образовательных, медицинских и государственных клиентов на федеральном, государственном и местном уровнях Соединенных Штатов. Работает в нескольких сегментах – федеральные суды на образование, потребительское кредитование и бизнес-процессы. Капитализация у компании небольшая – 2,4 ярда, платит дивиденды в размере 4,6%, P/E 6,3%. 38, очень мало, P/S 1,4, тоже приемлемый показатель. Прибыль на одну акцию следующие 5 лет будет расти в среднем на 7,4%, маржинальность чистая 24%. Снежинка Simply Wall Street говорит о том, что у компании сейчас справедливая цена и отличная дивидендная история. По прогнозному графику выручки и прибыли мы с вами видим, что она будет снижаться. В этом году индустрия будет расти на 26%, а компания снизится на 3,3%. При этом Zaxo ее рекомендует сейчас покупки с рейтингом 2. Yahoo тоже рекомендует ее покупки с рейтингом 2. По потокам мы видим, что выручка и прибыль из года в год разные. Сайт TipRanks выставляет оценку компании 9. Общая рекомендация – это железная покупка.
Диапазон цен к марту 2022 года: низ 12,5 долларов, вверх 19 долларов США. Технический анализ на дневном таймфрейме рекомендует ее активно покупать. Четвертая компания в нашем списке — TTM Technologies. Цена за одну бумагу 14,3 доллара, тикер TTMI. Вместе со своими дочерними компаниями производит и продает печатные платы по всему миру. Предлагает широкий ассортимент печатных плат, радиочастотных компонентов, обычных печатных плат, радиочастотных и микроволновых схем. Капитализация компании всего 1,5 ярда, на данный момент убыточная, оценивается в 0,73 годовые выручки. Прибыль на одну акцию по прогнозам в течение следующих 5 лет будет расти в среднем на 20%, на гросс-маржин 17%, чистая маржинальность 8,4%. Снежинка Simply Wall Street говорит о том, что у компании сейчас относительно справедливая стоимость, прослеживается будущее и неплохое здоровье. По прогнозному графику выручки и прибыли на 2022 год мы видим, что она стабильная. В 2021 году индустрия будет расти на 24%, а компания на целых 83%. ЗАГС рекомендует ее сейчас к покупке с рейтингом 2. Yahoo также дает рекомендацию к покупке с рейтингом 2. А по потокам мы видим, что в последнее время они снижаются. Сайт TipRanks дает оценку компании 8, дает рекомендацию к железной покупке, устанавливает диапазон к марту 2022 года: низ 16 долларов, вверх 22 доллара. Технический анализ на дневном таймфрейме рекомендует ее сейчас к покупке. Ну и наконец, последняя компания в нашем списке — RS Capital Corporation. Стоимость за одну бумагу составляет 18 долларов 26 центов, тикер ARCC. Это кредитная и инвестиционная компания в Соединенных Штатах. Предпочитает инвестировать в компании, занимающиеся базовым и развивающимся производством, бизнес-услугами, потребительскими товарами, продуктами, услугами здравоохранения, а также секторами услуг и информационных технологий. Также специализируется на приобретении, рекапитализации и сделках по выкупу компаний среднего размера с привлечением заемных средств. Капитализация компании 8 ярдов, платит дивиденды в размере 8,76%, оценивается в 16 годовых прибылей и 5,2 годовых выручки. Прибыль на одну акцию по прогнозам в следующие 5 лет — минус 1% ежегодно. По прогнозному графику выручки и прибыли до 2022 года мы видим, что прибыль и выручка будут расти. В 2021 году индустрия будет развиваться на 13,4%, а компания на 2,2%. Снежинка Simply Wall Street говорит о том, что у компании справедливая стоимость, прослеживается будущее и отличная дивидендная история. ЗАГС рекомендует ее к покупке с рейтингом 2. Yahoo также рекомендует ее к покупке с рейтингом 1,7. По потокам мы видим, что в целом они растущие, хотя прибыль довольно сильно варьируется. Сайт TipRanks выдает оценку RS Capital 8, дает рекомендацию к железной покупке и устанавливает диапазон: низ 18 долларов, вверх 20 долларов к марту 2022 года. Технический анализ на дневном таймфрейме дает нам рекомендацию нейтрально. На этом все. Надеюсь, вы открыли для себя какие-то новые компании для инвестирования и этот ролик оказался вам полезен. Если так, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь, потому что дальше будет еще интереснее. Всем спасибо за внимание. Всем пока.